Дорогие друзья, мы с вами сейчас установим киви, и вы сможете делать абсолютно любые вещи на киви. Значит, все это мы изучаем в школе, как найти сайт «Школу по киви». Набираете вот легко spb-tu.ru, далее Python for Android, нажимаете в «Еще», и на киви можно делать все, что угодно. Значит, библиотека себя включает очень мощная, работает со скоростью C сейчас. Значит, 3D-графику, программы, игры, такая входит Pygame, веб-приложения. Все в одном пакете. Быстро развивается. Я за ней наблюдаю с 2011 или с 2012 года. В школе очень подробные уроки. Все по порядку. Документация Kiwi очень такая вот лаконичная, поэтому требует больших объяснений. Надо, как раз в школе я показываю, как писать программу, все очень подробно разъясняя. Ну а теперь давайте сделаем первый шаг к Kiwi, чтобы вас вовлечь в этот процесс. Это очень не банально, это очень интересно. Итак, все ссылки есть под видео в описании. Так, нам надо сайт Kiwi, это kiwi.org. Мы будем устанавливать на Windows. Далее нажимаем Download. И здесь видим Installation for Windows. Переходим на эту страницу. Сразу обращаю внимание, проматывайте страницу и читайте. То есть на данный момент 2.7 любые версии, 3.4. Далее вы можете устанавливать любые версии Python, которые будут здесь. С чем работает Kiwi? Допустим, 3.5 и так далее. Принцип везде один и тот же. Итак, сначала давайте установим Python. Python.org набираем, python.org. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не то набрал. Сейчас уменьшу. Значит, набрав этот сайт, нажимаем Downloads, выбираем Windows. Далее проматываем страницу вниз, ищем 3.4. Вот, 3.4, последняя цифра, допустим, 3.4.3, это не имеет значения. Главное, чтобы основная сборка была 3.4. Здесь, в зависимости от вашей операционной системы, ставите, если у вас 32 на 86 и 64, то качаете 86 на 64. У меня уже это есть, поэтому... Так... Сейчас, секундочку. Вы качаете. Когда скачаете, делаем следующее. У меня просто уже есть, поэтому я сразу отсюда устанавливаю. Нажимаем Python 3.4 установить. Так как я один работаю, ставлю для одного пользователя. Видим, папка 3.4 предлагает нормально на диске C. Next, внизу добавляем, чтобы создало пути, и нажимаем Next, ожидаем. Ничем не отличается установка Python от установки обычной программы. После установки нажимаем Finish, на диске C, точно она есть, смотрим, ну все установилось, даже проверять не буду. Следующим шагом... Переходим на Kiwi, отматываем страницу вверх, видим инсталляцию. Но мы будем ставить через Git. Вот здесь мы видим Command Line. И здесь видим Git for Windows. Нажимаем и просто скачиваем. У меня это уже скачано, поэтому я просто запускаю. Запускаем от имени администратора. Далее
Она нам предлагает, куда предлагает. У меня 64-ка. Вверху отмечаем галочку, чтобы иконки были на рабочем столе. Нажимаем Next, Next. Вот куда здесь предлагает команд Prompt. Пусть так и будет. Install. Пока ставится, расскажу, важно быть в школе, потому что школа Бовсуновского — это программирование, доступное каждому. Сколько ребят уже научились программировать, это приятно смотреть. Много информации в группе накоплено, уроки все по шагам, так что, ребят, важно быть в процессе. Будете программировать, однозначно будете. Все установилось, нажимаем Finish. И у нас появится вот такая вот иконочка. Запускаем от имени администратора. И открывается командная строка. Далее я вам рекомендую. Вот у меня, допустим, на диске E, вы на своем создавайте. У меня есть папка Kiwi ENV. То есть я четко понимаю, ENV — это значит виртуальное окружение. Вот для меня знак такой, и вы так делаете. Вот здесь, в этой папке, у меня уже создано, а мы для 2.7, а мы с вами для 3.4 создадим виртуальное окружение. Значит, открываем PyCharm профессиональную. В школе мы работаем с PyCharm, много информации накоплено, ну, а для установки я все равно буду рассказывать, поэтому сложности не будет. Нажимаем файл Nov Project. Дальше выбираем вот это вот пустой документ. И здесь есть шестереночка. Нажимаем Create Virtual NV. Далее выбираем здесь Python 3.4. Если вдруг Python здесь 3.4 нету, то открываем at local. Ищем Python 3.4. Далее выбираем Python XA, нажимаем ОК. Он добавится. У меня PyCharm уже сразу нашла. А, стоп. Я ж создаю. Create Virtual NV. Значит, далее выбираем нашу папку. Вот Kiwi ENV, нажимаем ОК, путь к папке. Пишем Kiwi ENV 34, то есть Python 3.4 у нас будет. Видите, стал 2.7.12. Надо опять обязательно поставить 3.4. Значит, здесь галочку не надо ставить, то есть тогда будет интеграция с основным пакетом Python 3.4, lib, то есть с пакетом, который на диске C. А у нас виртуальное окружение, поэтому мы будем отдельно ставить, чтобы ни с чем не путать. И после этого проверили, нажимаем ОК. Ждем, пока создастся виртуальное окружение. Как правило, как создалось, оно сразу и как создалось, оно сразу вот здесь и появляется. Kiwi ENV, вот 3.4. Но давайте все-таки создадим новый project. Для Kiwi проекта у меня есть папка отдельная Kiwi Projects. Поэтому я выберу эту папочку Kiwi Projects. Далее назову вот так от балды Kiwi. Install. Выбираю виртуальное окружение Kiwi ENV 3.4 и нажимаю создать. Все есть, пока у нас
мы можем открыть, нажать вот на ключик. Далее выбрать проект Kiwi Install. Как по названию нашего проекта интерпретатор, тут пока ничего нету, кроме утилит pip, setup tools, var. Следующим шагом мы начинаем устанавливать Kiwi. Для этого я вам все-таки рекомендую открыть нашу библиотеку. То есть вот у нас Kiwi ENV, вот Kiwi ENV 34. Здесь она создала три папки. Нам надо попасть в папку Scripts и активировать виртуальное окружение, нажать, то есть ввести Activate. Сначала пойдем по порядку. Итак, здесь в строке пишем E, то есть CD, E, так как диск E, далее двоеточие, нажимаем Enter. И видим желтеньким, вот перешли в диск E. Следующее. Значит, нам надо перейти сначала в папку Kiwi, Kiwi ENV на диске E. Значит, CD Kiwi ENV. Вот она появилась. Далее Kiwi ENV 34. CD Kiwi ENV 34. Вот она появилась. То есть путь к ней. И далее нам надо перейти в папку Scripts Activate. Activate набирается при команде, помощью команды Surge Saurke. Так, я по-своему Surge. Далее Scripts slash Activate. Activate. Нажимаем Enter. И видим, вверху появилось наше виртуальное окружение. Но я, чтобы каждый раз столько действий не делать, значит, создайте себе текстовой файл и потом впишите полный путь. Вот у меня на 2.7 было. Я сейчас исправлю. То есть Kiwi ENV, дальше ENV Kiwi 34, скрипт Activate. И просто впереди набрав команду Surge, сразу можно активировать. Поэтому я скопирую сейчас. Смысл поняли, да? Чтобы много действий не делать, открываю строку. Мне просто надо перейти на диск E. И далее я просто вставляю. О, что-то не то набрал. Сейчас я посмотрю, где я сделал ошибку. Ага, по-другому называется виртуальное окружение. Сейчас. Скопирую. Вот, я себе файл и вы так сделаете. Все, и сразу активировали виртуальное окружение. Быстро и легко. Kiwi ENV 34. После этого мы можем приступить к установке. Значит, как мы видим, установка из трех шагов. Шаг 1 – это обновление утилит в HAL Setup Tools. Далее, как так называемая установка колес окружения CDL2 Kiwi Depth. Третье, другие пакеты, то есть второе, другие пакеты, пункт, и третье, установка Kiwi. Ну, все, поэтому, что мы делаем, первый пункт, копируем, открываем строку и просто вставляем, нажимаем Enter. Идет обновление, ждем.
Все, видите, закончилось SUSE Full, install и так далее, то есть все, что сделалось. Значит, следующим шагом выполняем шаг 2, здесь два пункта. Копируем первый пункт, открываем командную строку, вставляем, нажимаем Enter. И пошла ставиться, ждем. Как видите, здесь он много DocUtils, PubMed, PubWin32, то есть, ну, много разных вещей. Ждем, ждем, пока не установится. Как установилось, кстати, мы можем открыть PyCharm, мы будем видеть, что вот появляются эти библиотеки все. Так, следующим шагом, со второго шага следующую строку копируем. Тоже вставляем, нажимаем Enter и ждем, пока установится. После как установилось, нам надо выполнить шаг номер 3, непосредственно инсталляция пакета Kiwi. Копируем, вставляем, нажимаем Enter. Пошло ставиться Kiwi. После как читаем, что Kiwi установилось, открываем, вот пошло подзагружаться и видим все пакеты. Вот видим наше Kiwi, и всегда удобно создавать виртуальное окружение, тогда мы ни с чем не путаем. Нажимаем ОК. Сейчас обновится PyCharm. Мы можем убедиться, внизу нажимаем, сейчас я Python консоль, здесь вводим импорт Kiwi, нажимаем Enter. Ничего не вывело, либо может вывести информацию первый раз, а так ошибки не выдало, все нормально, все работает. Но давайте теперь напишем первый код, чтобы понять, что Kiwi действительно работает. Нажимаем на наш проект, нов, Python файле, тест Kiwi напишем. Ну, файл латиницей, главное, чтобы начинался с букв по-любому. Назовите. Вот наш файл. Ну, давайте напишем. Видите, нам все подсказывает PyCharm. From Kiwi app import app. Главное окно. Все мы изучаем в школе. Сейчас просто проверяем. Я сейчас комментировать не буду. Is from is Kiwi UX, is Kiwi UX button. Мы выведем кнопку, чтобы понять, что Kiwi у нас работает. Kiwi UX button, import button. Оба-на. У меня перевелась клавиатура. Сейчас, секундочку. Продолжим. Kiwi button. From Kiwi ядро коры окно импорт видов. Все просто. Импортируй, допиши код. В принципе, разобраться в библиотеках. Для работы с Kiwi надо знать классы, в школе все это мы проходим. Назовем класс TestApp, поэтому я говорю, что Windows размер, Windows size размер 320 на 240, заголовок
Привет, мир, напишем в русской транскрипции. И далее запустим функцию запуск окна devbuild-self. Вернуть button. Вот мы его вернуть. Вот мы его импортировали, button. Сейчас оно будет активно. Вернуть button с текстом. Вернуть button с текстом равно я не вставляю русские буквы, так как надо кодировку вверху вставить. Уже не буду сейчас, чтобы раз заработало. Все, и нам надо запустить этот класс. Вот наш класс TestApp. Запуск. И далее здесь находим run. Ура! Заработало! Вот наше название. Привет, мир. Вот, заработало. Ну, все-таки интереснее по-русски, поэтому в верхней строке давайте пропишем, чтобы читались русские. Всегда прописывайте, не ленитесь, чтобы читались русские буквы. Тире, звездочка, тире, если помню по памяти. Ну, это кодинг UTF-8. UTF-8 формат, который читает все символы, там их больше миллиона символов. Сейчас попробуем. Правильно я по памяти написал? Теперь можно по-русски написать. Ура! Заработала. На, закончим. И попробуем запустить. Ура! Заработала! Ребят, значит, ну, видите, все банально просто. Значит, теперь немножко о школе. Я сейчас не комментировал, мы все это разбираем. Для работы с Kiwi надо работа с классами знать. Мы видим, что мы здесь создавали класс. Далее, весь принцип работы с Kiwi очень прост. Когда вы знаете начально Python, это импортируй и приказывай, что делать модулем. Kiwi имеет свой язык. Сейчас я покажу. Это в процессе мы будете в школе изучать, что делает это очень удобным. Можно писать на языке, то есть распределять, что на экране. Но все это изучаем в школе. Итак, смотрите еще, что по школе. И в школе мы все проходим по шагам. Во-первых, для работы с Kiwi надо знать. Это начало работы с Python. Все, опять же, вы тоже даже с полного нуля разберетесь, будете работать. Для самых маленьких, самых новичков, первые два начала курса, дальше продолжение, все на одной странице. Надо знать также начало работы с классами. Далее мы классы изучаем на здесь Python OOP, то есть углубляться. Здесь в Kiwi довольно есть и сложные вещи, но в курсах я все объясняю.
поэтому Python знать надо и работу с классами надо. Значит, я рекомендую вообще в школе изучать и Django, и Kiwi вместе. Это надо по двум причинам. Ну, во-первых, для того, чтобы, допустим, если только кто-то работает в Django, чтобы избежать фреймворка зависимости. Ведь Django мы пишем только на классах Django. А в Kiwi мы уже больше пишем на чистом Python. Тогда будет восприниматься и то, и другое. Второе, это очень полезно. Работа с разными библиотеками, ваш уровень будет намного быстрее расти. Третье, это классно Kiwi изучать, так как вы будете делать сайт. Сегодняшний день, если вы обращаете внимание в телевизоре, то видите, что у тех есть мобильные приложения. То есть все больше людей хотят не только там сделать, например, сайт, а иметь свое мобильное приложение. Поэтому Kiwi очень выгодно изучать. На Kiwi можно сделать, как я сказал, все что угодно. Для того, чтобы поступить в школу, вам просто необходимо оплатить. У вас будет это по-другому выглядеть. Вот так будет страница выглядеть. То есть получить логин и пароль. Если здесь, допустим, предусмотрены какие-то вещи, скидки, то вы нажимаете и переходите по скидке. Если нет скидок, то просто-напросто нажимаете и переходите на страницу оплаты на СПБ. Она находится, и здесь уже читаете. Вы получаете пожизненный доступ и занимаетесь в своем темпе, все вопросы задавать в группе. Ну, я надеюсь, что первую программу вы запустили, уже крикнули «Ура! Заработало!» И дальше, дальше больше, ребят, все получится, шаг за шагом. Я вспоминаю себя в 2009 году, то непонятно это. Как раз сегодня пришел вот вчера парень в школу, и он задавал вопрос. Вот изучаю там, я что рекомендую сделать? Ну, вопрос его звучал, какие направления лучше? Я ему ответил, ну, это не важно, что я ему ответил. Я ответил, что машинное обучение, я дам совет для всех. Django полезно, Kiwi. Ребят, важно изучить Python. Когда вы знаете Python, где-то через год начнет он откладываться. Но Python начинает откладываться, когда вы, кроме его изучения, пишете реальные библиотеки. Допустим, на СПБ предусмотрены практикумы. И на Kiwi мы начинаем именно конкретно с приложения. Мы пишем сразу приложение, потому что так проще разобраться с библиотеками. Я рекомендую на spb-tut.ru, вот здесь есть, а, не то, не то, не то, это новости, начни здесь. Здесь есть рубрика «Почему Python?». Здесь я собрал очень много советов и рекомендаций. То есть, как изучать Python, когда идет понимание, как происходит понимание с нуля до промышленного программирования, какой язык первый, какой вторым, быстрая методика моментального понимания. Кстати, вот это сразу можно посмотреть бесплатно, то, что многие упускают в Python. И тогда, когда эти вещи, я в курсе сказал, видишь, то Python осознается немножко по-другому, намного быстрее. В общем, самое важное быть в процессе, ребята. Школа это процесс. Вообще, какую цель я ставил, когда делал школу, еще первый сайт делал в 2013 году. Он актуален. Пока Python 3 есть, этот сайт будет актуален. То есть везде основы Python 3, они же не меняются. Они были, как и были, списки словарей и так далее, так они и будут. Что-то хотел сказать еще. Итак, уже больше времени отдал, чем вам объяснял. Забыл. Ладно, уже не буду отматывать видео смотреть. Значит, вот.
Школа вообще что задумывалась? Это программирование, понятное каждому. Человек приходит с нуля, уровень 0, вот он начинает изучать, пишет приложение, и его реальная возможность, действительно реальная, это стать программистом на Python, на других языках, потому что в школу будут добавлены и C, и C++, но не для того, чтобы я пишу на Python. C++, допустим, на C можно написать какое-то приложение и сделать из него библиотеку для Python. Это очень удобно. Python – это великолепно. После 7 лет я скажу, что первый язык и вообще основа должна быть Python, потому что надо, например, написать веб-сайт. У вас же Python, то есть синтаксис один и тот же, только берете фреймворк Django. Раз сайт готов. Надо написать приложение мобильное, берете Kiwi. Надо написать, например, графическую программу. Берете Pykate. Это библиотека на C++ написанная для Python. Получаете графическое приложение, скорость C++, то есть это круто. Ну вот, в общем, спасибо за доверие, всего хорошего. Приходите в школу, здесь интересней и будете быстрее программировать. Успехов, сэкономите время.